Всем привет, меня зовут Регина, и сегодня наконец-то пятница, и мы с девочками едем гулять. Сегодня мой выбор пал на магазин Cost Collection, который находится на Кирова 34, напротив ДК «Нефтяник», если кто не знает. Там представлены марки Марина Ринальди, Армани, Hugo Boss, Boss Black, и там можно выбрать очень много платьев. Там все женственно, элегантно, сидящее по фигуре, и поэтому мне там очень сильно нравится. Значит, погода супер, просто шикарная, поэтому нужно будет подобрать что-нибудь максимально открытое. О май гад, look at that face, you look like my next mistake. Я зайду в этот прекрасный магазин. В этом магазине два этажа, получается, на первом этаже находится мужской отдел. Абсолютно те же марки, которые я назвала женские, они там представлены. Здесь все очень сильно красиво выглядит. Само по себе здание очень сильно красивое, я раньше в нем жила. Вот. Рядом находятся всякие ресторанчики, так что там очень сильно красиво, очень сильно все модно. Вот. Пешеходы вообще не знают то, что нужно идти на зеленый, они идут на красный. Ничего страшного, мы все всем прощаем, мы добрые люди. Очень добрые. Вот. Я не знаю, что мне сказал этот мужик, не хочу знать, боюсь просто. Вот, моя палочка обычно продолжает падать. А что теперь делать с паркингом? С паркингом здесь туго, вот так это все выглядит. Вон это здание, сзади которое мы идем. В принципе, я припарковала машину где-то очень-очень далеко от того места, куда мне нужно идти. Поэтому я сейчас пойду пешком, потому что вот это вот как бы центр очень сильно занятый. За подобранные образы. Все было супер. Всем спасибо. Пока!